Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Компанию «Автоспецгарант» заподозрили в преднамеренном банкротстве. О результатах анализа работы организации сообщил временный управляющий компанией застройщиком. При этом он отмечает, что признаков фиктивного банкротства не обнаружено. В ноябре позапрошлого года в отношении компании введена процедура наблюдения. Объем требований кредиторов составляет более 300 миллионов рублей. На собрании кредиторов на прошлой неделе было решено ввести в отношении «Автоспецгаранта» на полгода процедуру конкурсного производства. Напомню, что на одного из руководителей застройщика заведено уголовное дело. По данным правоохранителей, 25 миллионов рублей, полученных от участников долевого строительства дома на Орджоникидзе 2Б, он потратил на иные цели. Представители компании в ближайшее время планируют пригласить в правительство для изучения ситуации со строительством. Программа «Экономика». Инвестпроект приносит в бюджет Лузы по 50 миллионов рублей в год. Речь о реализуемом приоритетном проекте «Хольцхаус». Предприятие стало градообразующим в райцентре. Благодаря нему на сегодня создано 163 рабочих места, рассказал руководитель компании Николай Юферев. Также предприятие вкладывает средства в ремонт дорог и водопровода. С его помощью в Лузе установили вышку сотовой связи, а в местной школе вставили новые окна. В предприятие уже инвестировано 500 000 000 рублей. В ближайшее время планируют вложить столько же. Всего, по данным областного правительства, в регионе на сегодня реализуют 8 приоритетных инвестиционных проектов, участие в которых для инвесторов возможно при исполнении определенных социальных обязательств. В том числе их реализуют и в лесной отрасли. Экономика на 101 FM. Далее в выпуске информация от наших партнеров. Российское законодательство обязывает всех работодателей внедрять комплекс трудоохранных мероприятий в своих компаниях, даже если работник у них всего один. Многие предпочитают отдавать такие услуги на аутсорсинг. Компания-партнер должна быть аккредитована Министерством труда, иметь положительные отзывы клиентов и давать гарантии своей деятельности, говорит директор по развитию образовательных программ Кировского центра охраны труда Дмитрий Хохлов. Наш центр на рынке уже почти 20 лет. И за это время, конечно, мы многим помогли, и многие нас знают. Мы не можем подвести наших клиентов. Кроме того, у нас квалифицированные сотрудники. В центре постоянно проводится внутреннее обучение и организуются стажировки в ведущие компании. Действует внутренняя система контроля качества. Чтобы оправдать доверие наших клиентов, мы стали прописывать в наших договорах финансовую ответственность центра перед заказчиками за те возможные негативные последствия для них в виде штрафов и иных рисков. Ну, если, конечно, таковые последствия возникнут не по нашей вине. Также в договорах должно быть прописано сохранение конфиденциальной информации. Кировский центр охраны труда поможет вам создать эффективную систему работы. Телефон 380209. Экономика. В завершение о валютах на сегодня: доллар стоит 58 рублей 2 копейки, курс евро 71 рубль 25 копеек. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.